Футбольное путешествие. Ему помогают сегодня Алессандро Джелатини. Фальное сочетание в центре защиты и по краям обороны у... По-моему, этот жест был. Ну, по крайней мере, что-то крикнул в адрес скамейки с Лэмпардом или около того, чтобы не придирались такие въедливые болельщики. Челси может выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Последний 57 у Манчестера, у Лестера 56. В створ ворот. Минди в той встрече не нанес. Рюдигер показывает. Это между ног Курта Зума. Моментально мяч отбирая. И снова все переводит. И не увидели здесь игру рукой. Я говорю про итальянскую бригаду арбитров. Рюдигер. Под... Ну, Суарес явно не ожидал. Не остановил, ну и дальше вот на таком ходу мощный Иеш. И это удар не в створ. Нужно найти, как вообще развивалась карьера Тухеля, как он был игроком. 40 на Стэмфорд-Бридж. Хаверц. Рюдигер. Саули Коки по флангам работают. Муля. И еще один дальний удар. Хороший. Это Антонио Рюдигер. Рента не сумел быстро атаку развить, потому что Челси очень грамотно поджимает. Вообще соперника не подпуская к мячу. И дарует Коре против Рюдигера. Прострел, прошла передача. Мяч отпускает. Ну, как же жестко ставит ногу Канте. Вынос. Но не выдающаяся игра. Вот понятно, что... Ну, очень грамотно Челси обороняется. Очень грамотно. Дается с мячом Льорента. Уходит от Рюдигера. Здесь Рюдигер прекрасно. 79 минут почти сыграно. Хорошо играющий головой футболиста Атлетико. Подача, скидка. Сауль мешает здесь Минди. Пал этот момент. Исаевич не прав. С Челси или... Да, скорее, с 1/8 три команды в четвертьфинале. Челси, Ливерпуль. Рюдигер, ну ты такая махина, что ж ты упал-то сразу? А Рюдигер говорит, а ты в Испанию давай вещи собирай. Мы пойдем дальше, а вы там за первое место у себя продолжаете.